привет! 7 мая мы объявили акцию «Battle. Фронтовая частушка самоизоляции», посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С первых дней к нам стали поступать самые разнообразные ваши видеоработы. Напоминаем, что акция действует весь май. Раз в несколько дней по мере накопления материала мы будем публиковать присланные работы. Участниками стали дети и взрослые, любители и профессионалы, коллективы и люди с совершенно разным уровнем музыкальной подготовки. Здесь мы не ставим рамок. Главное условие, чтобы частушка была в вашем исполнении и под какой-то аккомпанемент. Хотя акапельно тоже возможно. Кто-то прислал одну или две частушки, у кого-то получились целые композиции или даже мини-фильмы. Это еще раз говорит о том, что народное творчество не знает границ, и ему не страшны никакие ограничения. Главное, чтобы это было сделано с душой и любовью. Участники акции обязательно получат призы от Забайкальской краевой филармонии. Напоминаем наши контакты. Номер телефона и адрес электронной почты. Огромная просьба указывать ваши номера телефонов в присланных сообщениях, чтобы ускорить обратную связь. Сегодня мы представляем вам следующих участников акции батла «Фронтовая частушка в самоизоляции». Коллектив 2 Б-класса гимназии номер 21 города 4. Приятного просмотра! Девушки у нас висели на границе тишина. 45-9 закончилась война. Все ребята веселятся, что отвоевались. И девчонки тоже рады, женихов дождались. Чернобуча, Гитлер запада идет. Наша армия могуча эту кучу разобьет. Гитлер думал про Еву. В 10 дней Москву возьму. А мы встали поперек. Берлин бы поберег. Немец шел в Россию прямо из России косяком. Шел в Россию он обутый из России босиком. Или фрицам говорил, что давно Москву спалил. Говорил разочков 200, а Москва стоит на месте. Наши славные герои родину прославили. Посреди Германии советский флаг поставили. Я утопля потопаю, улицы поплешу. Милый мой на фронт поедет, я платочком помашу. У московских у ворот удивляется народ. Немцы ходят наступление только задом наперед. Ты сыграй, моя гармошка, да на полный разворот, чтоб советские гвардейцы взяли фрицев в оборот. Узкая. Сколько Гитлер не воюй, а победа русская. Скоро-скоро снег растает, с гор покатится вода. Крепко бьются наши братья, занимают города. Ух! Сяду к деду на колени, тихо прошепчу ему. Расскажи мне, милый деда, про победу, про войну.
партизаны, партизаны, партизаны молодцы. Партизанов, партизанов, наши братья и отцы. Партизаны, партизаны, вы дрались за родину. Получите, партизаны, за нее по ордену. Заиграюсь, три баяна, я веселая слышу. За Ванюшу партизана завтра замуж выхожу. Брата в армию призвали, я полна заботою. Вместо брата на заводе с писанием работаю. Боевая я девчонка, буду фронту помогать. Стану раны перевязывать и патроны поддавать. Пишет милый мне в письме, что носит орден на тесьме. Я в ответ ему пишу, что два ордена ношу. То не ветер пыльничок, то боец домой идет. Форма новая на нем, ордена горят огнем. Веселиться, подружки, уничтоженный ты враг. Гордо реет над Берлином наш советский красный флаг. Снова песни распевают, и цветет родимый край. Никогда мы не забудем, как пришел 9 мая. Подползай и делай так, на стальном затылочке разруби бутылочку.